Начался депутатский контроль с визита в одну из самых больших сельских школ Подмосковья, которая находится в поселке Горки-10. В ней обучается 913 детей. Учреждение входит в топ лучших сельских школ Подмосковья. Дмитрий Голубков провел осмотр отремонтированных кабинетов и холлов, встретился с педагогическим коллективом, чтобы обсудить планы на учебный год. Сегодня мы посмотрели подготовку школы, стадиона. Чуть-чуть выбились из графика, но не во вред процессу, потому что, конечно, качество важнее, чем скорость. Поэтому чуть-чуть осталось подождать, и в ближайшее время откроется и стадион, и полностью ремонтные работы по школе будут завершены. Следующим пунктом инспекционной поездки стала амбулатория. Дмитрий Голубков осмотрел доврачебный, врачебный, процедурный, прививочный, смотровой кабинеты, две палаты дневного пребывания, стерилизационную и детское отделение. В амбулатории также, несмотря на то, что сделан ремонт, еще необходимо доделки. Поэтому вот сейчас будем искать пути решения. Наибольшее внимание парламентария было уделено территории паркового комплекса, где установлен знак воинов Великой Отечественной войны. Сейчас в Парке Победы проводятся масштабные работы по капитальному благоустройству. В настоящее время рабочие переукладывают более 1000 квадратных метров твердого покрытия тропиночной сетью. Площадь будет сделана из современной брусчатки. Капитальный ремонт ведется и на обелиске. Как правило, после зимнего периода наш памятный знак, к сожалению, в связи с тем, что была нарушена гидроизоляция, все гранитные конструкции, они отваливались, и нам, честно говоря, было каждой весной стыдно за то, что мы его приводим в порядок, и снова это все разваливалось. Теперь принято решение о том, чтобы полностью сделать капитальный ремонт. Мы разобрали вплоть до основания. Сейчас все это замонолитим и покроем гранитным материалом. И таким образом, претерпев такой вот капитальный внутренний ремонт, данный памятный знак, он не потеряет абсолютно концепцию, он будет точно таким же, как был сделан нашими ветеранами еще в 70-м году. Подобные инспекционные поездки, по словам народного избранника, дают ему уверенность в том, что его поручения выполняются и все работы ведутся в соответствии с графиком.